Тем временем в сирийском Алеппо, который террористы лишили питьевой воды, они перекрыли ее подачу из Евфрата, постепенно удалось наладить водоснабжение. Боевики всячески препятствуют выходу из мирных жителей из Алеппо по гуманитарным коридорам и пытаются в прямом смысле взять город измором. Однако выход нашли. Кое-где пробурили автономные скважины, но в основном воду завозят. Всего в городе сейчас открыты порядка 200 пунктов, где можно взять питьевую воду. В те районы, жителям которых очень далеко добираться до этих точек, воду доставляют грузовиками с баками и цистернами. Такие машины курсируют круглосуточно.